Это от того, что общество на три четверти состоит из рабов. Из таких же вот макак. Не знаю, что ты хочешь. Ты сердит на него за что-то. Ну, и на нее за компанию. Она женщина. Прекрасная. Послушай, Александр Давидович, когда ты встречаешь простую бабу, которая ничего не делает, а только хи-хи-хи да ха-ха-ха, ты говоришь ей, ступай работать. Да. Почему же ты здесь боишься говорить правду? Что же мне с ней делать, бить ее, что ли? Указывать обществу на тот страшный вред, который приносит ему существование госпож вроде этой Надежды Ивановны. Федоровна, а что общество должно делать? Насилие. Лучший путь – насилие. Отправить ее к мужу, а если он не примет, отдать в каторжные работы.